Обезьян привлекают блестящие предметы и вещи, поэтому если у вас золотые зубы, лучше не улыбайтесь. Также особый интерес у приматов вызывает все то, что вкусно пахнет или издает громкие звуки. Поэтому, если вы знаете, что вечером будете встречаться с обезьяной, то одевайтесь проще, никаких парфюмов и блестящих штучек. Короче, прям как перед походом в налоговую. И не пытайтесь убегать от обезьяны, если обезьяна нападает на вас. Не забывайте, что обезьяны бегают, прыгают и лазят по деревьям значительно лучше, чем вы.